А потом мы идем копать руду. Так, Делюк, поехали, меняемся. Где Бенни Букен? Букен, да, Букен, Букен. Дальше. Сукроза, пора забирать свои артефакты у Писяо. Прости, Писяо, но ты нам больше не нужен. Так, его часы надо будет куда-то отдать. У него вполне себе неплохие. Может быть, как раз на Сахарозу. Есть кубок на силу атаки. Кубок у Сяо. У него на Аному урон, да? Ну, вообще, как бы. Оставляем вот это и оставляем вот эту шапку, да? У меня нет шапок зеленых каких-нибудь, которые можно подкачать? Не, нету. Карту пробуждать надо. Ну, карта неплохая пушка, но на Сахарозу не самая топовая, конечно. У меня есть какие-нибудь книжки, я не знаю. У меня недавно должны были быть эти книжки появиться. Кстати, за счет Battle Pass. Подкачать бы кого-нибудь, да? Так, че, у тебя Фавоний? Опа, Сяночка, забирай Фавоний. Забирай Фавоний. Так, че это за цветок такой? Почему он 16 уровня? Потому что я цветы докачивать не люблю. Ты вместо дождерея забери архаику. По артефактам. А сойдет. Так, Сяо, отдавай вот это. 213 восстановления энергии. Я вот думаю, может быть, что-то сделать с этим Синцу. Может быть, все-таки драконий рык ему отдать вместо церемонии. А то что-то, честно говоря, это количество восстановления энергии меня не очень радует. Так, с мастерством. Тысяча 900 сил атаки, 8 крит шанса. Понимаю, понимаю. А ладно, го так побегаем. Ну так чисто по фанчику. Так, здесь все собрано, здесь все собрано, здесь все собрано, здесь никогда ничего не меняется. Персонажи собраны, бедыч. Все это не важен. Поехали. Фавони без критов зашел, ну. Какая разница. Хорошо, когда хп активного персонажа ниже 70, сила атаки увеличивается на 20, а скорость на 15. Когда хп ниже 35, он защищен щитом. Еще и щитом должен быть защищен. Шанс крит попадания плюс 20, крит урон плюс 40. Жестко. Только для этого персонажа поток артерий земли будет нормальный. А поток артерий — это именно благословение бездны, да? И нет аномалии артерии земли. Да, получается, что в 12-й не работает, а на всех остальных этажах нам абсолютно насрать. Геовишапы, цицинки, цицинки, агенты, похитители и страж руин, руинный молотильщик. Ну, давайте, погнали. Дай Бокенда. Нет, давайте. Какая разница?
Правильно. Здесь как бы коза-то не особо нужна. Сенцушку пускай хиляет. Не понимаю, почему я так долго над этим думал. У меня слишком много персонажей. Зачем в 12-й все комнаты за 3 минуты пройти надо? Ну, хорошо. Разберемся. Урон элементальных навыков персонажа. Урон элементальных навыков персонажа? Что? Что? Это еще откуда? Старая штука. Нет, может быть, она и была, но... Ну, не на 9-м этаже. А может и была, я, честно говоря, я не помню. Вообще. Фига он жесткий, я ему только сбил, а он сразу новый накладывает. Ну, сюда подошел. Реклама скрывает требования этажа. Так надо их наизусть уже знать. Этой бездне уже... миллион лет. И вообще, нахер вам требования этажа, если... если тут ничего такого важного. Нан-нан-нан. Даме. Кстати, я сейчас буду в саппорт козу играть, кек. Че тут еще? Под клещечку. Бам, 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 бам. 18 тысяч, но это не бида ударила. Сет батру. Персонажи появляются, пачки не меняются. А с чего бы меняться? У меня собраны пачки под бездну. Новые персонажи качаются на данный момент ради классических круток. Only. Обалденный саппорт под клиток, я знаю, о чем. Какие таяния по 10 тысяч. Красота. Эй, вернись. Русамин, 12.1, как это убожество проходить, что и зачем? Я эти электрошары разрабом крайне доволен. Как? Подкачать персонажей? Как же еще? Я, кстати, забыл о существовании этой половины бездны с электрическими ребятами. Я просто так сюда взял козу. Она здесь не то чтобы сильно нужна. Пытайся, Кисси.
Что у нас здесь? А, ошибочки у нас здесь. Прощай. До. Скажите мне имя Сайобидо на японском, я должен слышать этого больше. Я думаю, можно загуглить. Блин, вообще я хотел на Бидошку переключиться, она и спарировать их атаки щитом, но случайно переключился на Ганьюи. Потому что Бидо у меня обычно двойки, а тут что-то поменялось, да. Там. О! Как они врезались друг в друга профильно. Да, еще коза так классно отпрыгнула при помощи своего красивого движения. Ешечки. Лопаем слаймов без регистрации СМС. За шопорингов не повезло им. Так, все еще не все. А, тут еще ребята есть. Ты несешь мне слаймика, спасибо. Ад. Без 12 теперь такая прикольная, вот реально похоже на Last Etage теперь. Так это да, круто, потому что все такие были: о, 12 этаж легкий, 12 этаж легкий, 11 сложный, 11 сложный. Ну, все нормально, звучит все. Только точи мне мой агио. Ты думаешь, я не пробьюсь без их, через их дожди, да? Ты думаешь, что я не пробьюсь? Я, кстати, не пробьюсь. А, не, ну, они закончились. Агинго. Был бы дождь этой козы еще сверху. Вообще изи было бы. Точно надо чуть ли не ваншотать. Думома. Ой. Даже если я не закрою на 9, я буду рад такому хардкорчику. Да, это круто. Ну, вообще, нынешний 12-й, типа, не знаю, у всех мобов стандартные резисты, по-моему. То есть, я, мне кажется, там ничего такого прям страшного нету. Ой, красота какая. Анзенпури, мы поняли. Какунин.
Первый этаж 50% гео. У геовишапов мощный георезист. Я знаю, что у них нормальный физрезист должен быть. О, сосед. Красота. Ха-ха-ха! Шиберерзо! Клип стандарту две ешки, да. Орда сосед, да. Орда сосед с дрелью. Кёри говорит, да какая разница. Что у нас тут? Рарен Нагата. Ты издеваешься? Сюда подошла. Какого левела лучше качать персов в мейн-пачку? 70. Можно 79. Видели, как высоко полетел бум-бум Бакудан? Тукан Ханаби! Бам-бам Бакудан! Едем дальше. 11. I can stand him. Бидо или Синсу? Бидо. А, хиллера не будет. А, как не будет? Вот так вот. Угу. А здесь, соответственно... Сахароску, тьфу. Какую бейду, Стоп! Точно! Я же могу их пробивать через бейдошный ульт. До того, как они кастанут свои электрощиты. Не. Нафиг. Не хочу. Не то. Так, здесь, соответственно, есть Беннет. А значит, что с Беннетом... Так вот. Пара-пара-парам. Ты знаешь Итачи 77. Нет. Это имя не знакомо мне. Итай!
Так, а что здесь у нас еще? Еще слаймы, да? Еще не все сдохли. Надо не заряженную Дионы делать. Заряженка — это плохой выбор в данной ситуации. Ну, меня, кстати, вообще не хиляет, в принципе. У меня здесь, по сути, нет хилера в этой пачке, а я урон получаю очень много. А, ну берсерковая бездна же. Я понял, я сетаплю под берсерк бездну. Сетаплю так, что аж умирает Сахароза. Пересетапил, да. Ну да, брать Диону в пачку, это, конечно, кек. Вообще без артов, по-моему. Просто надо не получать урон, и все будет хорошо. А еще желательно не подходить к слаймам и вот это вот все. Target to lock up. А сколько у меня Дионы хилят, интересно? По 1400? Не, ну, в принципе, какой-никакой, но хил. Вообще, на самом деле. Давай суженую нору здесь поделаем. Опять же, я заряженку жму, а мне надо обычный бить. Ошибочка. Ау. Так, что у вас? Так, надо не к фиолетовому подходить, а к желтому. Сяо попробуй, тоже бездня. Вообще нет желания, честно говоря. Короче, я сейчас такую хрень сделал. О, ну ульта Сахароза есть, это самое главное. Парам-парам-парам. Это та же самая неприятная, именно неприятная, а не сложная, да? Да, потому что электродебаф очень жесткий и мерзкий. Такс. Так.
Слышь, братан, отвали отсюда. Так, уже вылез этот друг, и он совершенно не захотел агриться в нашу сторону. Красавчик. Сказал, не в этот раз, ребята, не в этот раз. Слышь, братан, ты серьезно? Слушай, он серьезно был. Так, надо повыбивать эти лем-частицы здесь. Сейчас. Ну где мои нейтралочки? Вай. Она его убить могла. Не понял, то есть? Фаво... А, у меня не фавонь, у меня церемнялка. Гемини. Ладно, хер с ним. Да. Сейчас бы с Дионой на церемнялке вместо фавони играть. Класс. Так, хорошо. Семь, семь, 75. Стоп, они серьезно успели выстрелить туда или что? Эй, братан, стоять. Братан, ты чё? Я пока всеми ультил, они такие, ну ладно, ты пока там ульти, а мы постреляем немножечко, да? Короче, весело им. Так, братан, вот ты тоже. Давай-ка мы с тобой сейчас разберемся здесь. Пожига. Да что это было? Что это было сейчас? Заряженка не успела попасть. Да, так изи же этаж, ну да? Изи. Потому что надо начинать с таунта. Я не знаю, кстати, что я Ешку не кинул. Типа ульта Беннета. Ну, потом, да, ульта этой козы. Да не в ту сторону, Делю. Куда ты, блин, пихаешь-то, а, свою ульту? Фурхед на Делюке. Файвхэд, вернее. Кошка кики. О, ну хотя бы так. Хотя бы это в этот раз нормально сработало. Не знаю, какой из них стреляет куда, поэтому мы тебя убьем. А здесь будем кидать вот так. Попробуй без сахарозы пройти. Нахера? Что за приколы? Я не понял. Зачем мне проходить это без сахарозы? У меня есть лучшая девочка, и я ее буду очевидно использовать.
Я не понимаю, почему теряется это. Не должно же. Изи, только нужно тактику знать. Да? 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 Ему вообще насрать, кстати. Ну ладно, этот в цветок решил все-таки пострелять. Нан-нан, нан-нан, нан-нан. Эй, вернись. Вернись, я тебе сказал. Так, что у меня по ультимейтам, да? Так, я по... вот этого я сейчас не понял, что это было. Что это сейчас было, чат? Не, подождите, вы это видели? Почему он ударил по монолиту? Он никогда не бьет по монолиту. Кого? Он по тебе бил? Нет, я не стоял в центре. Я не стоял за монолитом. Нифига себе. Они что, поменяли ему тактику? Не, я думаю, об этом бы уже написали. Цветок стоял сбоку. Он бил не по цветку. Цветок стоял не на монолите, не в центре. Нет. Глупости не говорите. Я специально проверил, чтобы у меня цветок нормально стоял. Типа... вообще хрен знает, что это сейчас было. Ау. Отагрелся. От чего? Может он от цветка отагрелся и такой типа... О, щитовик, кстати, крутой тоже, да. Такой типа, ладно, буду бить в этот. Да боже мой, ну отвалите вы от меня. Ну шо вы пристали-то? Этот еще там атакует. Угу. Еще там топором своим машет. Делюк умирает. Дион, не хочешь Делюка похилить, короче? Сейчас. Блин, братан. Ну что ты сдохнешь? Субайку. Ой, зря это сделал. Сейчас опять могу не справиться, кстати. Красота. Процентов. Нет, вы посмотрите на этого парня. Ему вообще насрать на нас. Он хочет убивать монолит.
Если бы я его еще из виду, кстати, не терял, тоже прикольно было бы. Жестко. Жестко. Так, Беннет, ульта есть. Ты... У тебя нету пока что. Да блин, дай ты синцушке ульту восстановить, Кли. Ты че такая сильная? Че такая жесткая? Ты слишком далеко от него ушел. Мобы с агром на персонажа, если не лучники, могут начать бить монолит, если слишком далеко уйти. Как скажешь. Окей. Ждем мечи, они мне сейчас пригодятся. Мне здесь урона будет не очень много. Синцушки нет, бейдошки нет. Схороск типа так себя. Еле успел, пол. Ну как сказать, успел? Сейчас еще вот в этой вот штуке сдохнем, да? А, где? Ледяной же урон был. Мне все время может, кстати, вообще не хватить урона на обе пачки. Я очень такие слабенькие взял из-за того, что решил брать в эту пачку Диону. Я вот Альбедо убрал из пачек, и мне прям что-то грустно от того, что я его убрал, становится. Мне так нравилось с Альбедо, чем ходить в пачки, в эти, в бездны. Он еще такой прям классный. Ну и что я теперь с тобой буду делать, да? Непонятно. Ладно, сейчас разберемся. Проблема в том, что это разберемся, это уже половина. Значит, он такой типа, эй, может быть еще разок кастануть? Делюк работает, ага. Не особо. Ну ладно, да, фиксится нормальными. Нормальным дамагом. Я не думаю, что это можно сейчас пройти за минуту. Ну, вот здесь самое, все самое сильное. Так что, хрен его знает, посмотрим. Может и пройдем. Вот почему я только вышел из ульты этого? Из ульты Беннета, когда ультил здесь. Вот это вот вопрос. Та-та-та, на-на-на. Да то есть ты не можешь ультануть, давай. Давай, алло. Сугой. Че я там говорил, не успею, не. Вся мощь сосредоточилась в этой пачке. А именно синцушка. GG. Так, ну хорошо. Ну хорошо, давайте смотреть новую. Я думал, может быть, новый 12 этаж лучше отдельным маркером даже на ютубчик. Пчеловые первые три этажа можно отдельно. Ну как пчеловые, пришлось чуть-чуть попотеть. Я сегодня... О, 12 звезд, ура! Я сегодня такой ленивый после зала. Вообще делать ничего не хочется. Так, едем дальше. Едем дальше. Угу. Смотрим. Давайте посмотрим, что в артах выпало. Интересно же. Ага, о. Новый рецепт. Ну, это мусор. Это топливо. А здесь все трехстатное, что ли? Да не, я уже не вижу, что четырехстатное, что трехстатное, потому что мне листать далеко приходится. Ну, это херня.
Ну, это топ. Ого. Ого. А если статы сюда вролятся? Ну, это может быть топчик, может быть. А может быть говном. Это херня, это... У меня нету гладиаторов на крит урон, насколько я помню. Нормальных, с восстановлением энергии хотя бы. Ну, блин, защита и ХП вместе. Кто его знает, вдруг там крит шанс упадет. Правильно?